Отделка карнизного капельника. Первым делом по периметру обрабатываю грунтовкой глубокого проникновения. Готовлю цементно-песчаный раствор. Классическое усредненное соотношение вяжущего и наполнителя цементно-песчаного раствора. Приблизительно где-то 1 к 3, 1 к 4. То есть надо 1 ведро цемента и 3-4 ведра песка. Грунтовка впиталась, теперь можно обработать водой. Будет лучше сцепка. Буду использовать полутерок 10-сантиметровый. Им лучше формировать угол. Thank you.
он там рассказывает. Ну а если вам понравился видос, ставим лайки, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Всем терпения, любви и удачи. Все, пока. Пока.